Бесплатную юридическую консультацию провели в Люберцах. Встреча прошла в местном отделении партии «Единая Россия». Региональная общественная приемная Московской области запускает новый проект. Это юридическая помощь. Дело в том, что очень много людей, которые обращаются в приемные, имеют проблемы как раз в правовом плане. Прием ведут практикующие юристы. Жители округа беспокоят вопросы ЖКХ, улучшения жилищных условий, благоустройства и социальной поддержки. Пришла с вопросом, есть ли какое-то решение, чтобы получить пособие от 3 до 7. Как бы у меня временная регистрация, просят прописку постоянную. Есть ли какой-то выход и может помочь с решением этой проблемы?